А что делать-то нам? Сейчас будем пиздить, нет. Синий. Ох, хочу Нюрнберга. Опять в эту тюрьму. Сейчас нет, он... мы спасали Хайзенберга. Не, сейчас он снова загребет в тюрьму, и следующие ребята его будут спасать. О, господи. Доберитесь до фермы. А, это мамин, по-моему, курум, да? Моя желтенькая. Желтенькая. Ну да. Ну ладно, у вас пользуется лаской. Она просто, ну, рыженькая, но другая. Она другой немножко оттенка. А, вот ты все время пешком-то ходишь. Хочу и хожу пешком. Чего тебе не нравится-то это? У меня вот такой вот пафос везде. Она забила хер на все. Че? Да, я говорю, она забила хер на все. Да. Поэтому и ходит пешком. Так, ну чё, стреляем. Блин, надо было этот брать, фургон. Из пулемета будут долбить. Да, в жопу. Оники-ники! Хера их тут! А у них тут... гнездо. У них тут лаба метала. На! На! Занька, не стой, если тебя выносит, не стой. Не выносит. А, наман. Да, он горит. Да. Там своя какая-то туса. Своя атмосфера. Если этого не будет видео, я вас убью. Не-не-не, у меня это стоит запись. Конечно, это монтаж. Господин Куликова, ты не пишешь. Чё? Лёд, подожди, надо пожечь. Да мимо. Куда ты ходишь? Давай там впереди двое. Где? Во-во-во. Если я не ошибаюсь, нам надо будет угнать вот эти вот желтые цистерны. Ой, мать, а я ее чуть не расстрелял. И вот на этих желто-зеленых грузовиках, которые они сейчас пытаются поджечь. Нет, мы не грузовики поджигаем. Какой ужас, господи. Забор на крыше — это круто. Да, новый модный стайл. А что, нельзя выбрать, да, это? Надо. Да, я скоро мы набежим. Ну, тут печально. Согласен. Ребят, только не взрывайте желтые цистерны. Они желтые, можно? Хрен его знает. Будет забавно просто, если нам потом скажут, что это вот, типа, надо увести, и миссия будет фейл, потому что... Ой, уже взорвали. Нашел. Да, все хорошо. Так, ну что, в здание они заходим? Они все в доме сидят. Ну что, есть желающие выйти? Кирюха вышел, он маньяк. Я, пожалуй, наверное. Ой, сзади. Это как? Кого убили? Я сам себя. О, господи, боже мой. А чем мы почти сзади? Каким образом, я не понял. Я думала, на самолетах будет полнейший фейл, а нет. Нет. Куда везти этот поебню? Да ладно, блять, охренеть. Блядь. Это что было сейчас? Это Маша зафейлилась. Нифига, Маша не зафейлилась. Это Кируша зачем-то подъехал, и мы взорвали эту байду. Кто-то стрельнул и в баг. Ай! Отлично. Ваня, как? Говорил, уберите джип. Нельзя вперед уезжать, Кирюх. Извините. Мы рядом с Ваней ехали. Припева нет. Тут-тур-тудум. Пошел. Зале. Жесть. В красном ни один. Твою мать!
А как Лёшу убили? А меня опять какая-то хуйня въехала на полной скорости. Слушайте, вы не поверите, но то, что сзади происходит, мне насрать вообще. А они догоняют Кирюху, очень ходить. Бодро. Что? Что это было? Это я. Балуюсь. Да заебали! Что случилось? Утро! Меня опять, сука, сбили! А-а-а! Я убил водилу. Ты убил чуть нас, чуть не убил. Нет, он на нас наехал. Он наехал на нас. Лёша! Давай, ебать, да что ж за фейл-то такой? Выходи из машины. Я пытаюсь. Чёрт, там Ваня, наверное, пиздец уже. Машин, прыгай в кузов куда-нибудь. Ваня там матерится. Да... Ёп! Это что такое? Это какой-то... У нас горит машина? Машина? Да. Да. Да ёп! Вань, просто езжай, Вань. Бежим, бежим. Если заедешь, ой, ёл, ты... не доедешь. Так, Машулька что-то угнала. Опа. Меня взорвало. Я тебя не взрывала. Да нет, я говорю, меня взорвало. Ты вокруг видел, что у нас сейчас творится? Я не знаете, очень хорошо на самом деле, что мы сейчас не слышим Ванин голос, потому что там сейчас мать-перемать. А кого ты? Это Ваню дефать. А кто? Кто-то Севн-то кидает. Гранату. Еще один едет. Так, я их вынес. А Ваня уже уехал, господи, пожалуйста. А что случилось? Какой-то, блядь, это эпик. А ну-ка толкнись. Надо ее не взорвать. Толкай, толкай, толкай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Толкай 20 секунд. Лёша. Жаль. Лёша. Что за... Я въехал вообще на минимальной скорости. У меня знаешь как было? Как будто ты влетел на полном ходу, врезался в нее, подлетел и отлетел аж в небо. Странно. Женщина, это обычно проще дается несколько дел одновременно. Нет, мне нормально дается несколько дел одновременно, проблема в другом. Я хорошо стреляю, но очень плохо вожу. Я даже по ровной-то на Куруме могу убиться. Тут хотите на каких-то кривых внедорожниках, которые не разгоняются вообще никак, не бронированные, не поворотливые. Ну, внедорожники не должны разгоняться одновременно, так сказать. Нормально. Есть внедорожники, которые разгоняются. В 21 веке живем. Паркетники? Нет, конечно. Ну, все хорошо. Почему это решили? Паркетники это вообще не внедорожники. Вот так, херня одна. Вот это как раз паркетник. Да и что ты делаешь? А вот и он, да? Давай. Той же. Стрей. Скоськи. Да нет, цементно. Оценили? Ваня, жесть, ты где едешь-то, господи, по косе этой? Угу. То есть. Оценили? Главное, да, чтобы ты не застрял. Мы как раз сбоку. Мы как раз за тобой едем. Меня очень пугает, что уйдешь там какие-то бешеные взрывы. Алексей, срайся с пенсией.
Ближнюю я сохраняю, я тут аккуратненько ведровая. А что, у меня прямая осталась. Да, давай. Просто это крайний раз. Да не убивай ты их, сейчас еще врежутся в нас, взорвутся нахрен. Тихо. Ае. О, да. Я курить. Ага. Господи, что за позор. Ты чё? Я массаж делался. Ты как, хороший? Ну, вода, что ты поможешь? Помоги. Конечно, ты поможешь. Открой вот эту. Лёх, заводи пока следующий, который... Хорошо, я понял. Я крайний раз. Последний, крайний раз.